Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой новый классный улетный видеоролик с города под названием Торонто. В общем-то, у нас сегодня солнечный день, и сегодня и завтра я проведу свои выходные в парке под названием Monkey World. В общем-то, это достаточно развитый, достаточно крутой и, конечно, намного лучше парк, чем у нас в Украине, потому что там есть очень много оборудования и для паркура, и для фрирана, в общем, для всего, чего только душа пожелает. Поэтому, друзья, сейчас же переходим по моей ссылочке. Подписываемся на мой инстаграм, обязательно, либо же сейчас, либо после ролика. И, кстати, для вас такой интерактивчик. Давайте каждый из вас посмотрит мои последние сторис, попытается на них ответить как-то креативно. И самые креативные ответы, кто мне, в принципе, напишет, взамен я на того подпишусь или полайкаю ваши фотки. В общем, такой вот вам эксперимент. Ну что ж, ролик будет очень интересный. Иногда я буду говорить по-английски, не обессудьте, но когда я нахожусь в компании, где все говорят по-английски, то, в принципе, мне комфортнее с ними тоже общаться, поэтому выучите английский со мной вместе, и я думаю, для вас это будет тоже познавательно. В общем-то, у нас будет много перемен, новый формат, новый уровень, новые очки. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, берите чай, печеньки и погнали. Будет очень круто, будет профессиональная камера. В общем-то, стараюсь улучшить свой контент и сделать его максимально качественный. Всем приятного просмотра. Поехали. Ну что, друзья, уже прибыл в парк под названием Monkey World и буду здесь убиваться в прямом смысле этого слова на протяжении двух выходных. Это будет нереально трудно. 7-8 часов тренировок, я уже мокрый, я тренируюсь здесь 3 часа, навалю кучу сальтух и готов наваливать и удивлять вас классным, годным контентом. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее еще раз и начинаем. Okay, guys, we will try to make a very scary challenge. It's about like 14 or 15 feet. And it's gonna be so fucking hard. Because this distance, I've never tried before, so just be luck to us. Let's go. Просто умираю. Здесь настолько жарко. Я тренируюсь уже не знаю какой час, не знаю какой день. В общем-то, парк очень крутой, он очень большой. Если когда-нибудь будете в Торонто, обязательно приезжайте. Правда, плохая новость, то, что этот парк собирается съезжать из-за того, что владельцы просят переехать, так как им нужно сдавать в аренду это помещение для других людей. Поэтому парк переместится в какое-то другое место. Я продолжаю тренироваться. Сейчас помогу вам что-нибудь от первого лица. Думаю, это будет очень круто. Потому что я уже умираю, мне очень жарко, я очень устал. Эти два дня выдались нереально трудными для меня. Но я надеюсь, вам видосик заходит, обязательно ставьте лайк, если хотите, чтобы видео выходили чаще. Ребят, действительно, я вам обещаю, будет здесь, не знаю, там 5-7 тысяч лайков, вы меня давно таким не мотивировали, видео будет 2 раза в неделю. Если нет, все равно буду стараться делать минимум один ролик в неделю. Так что поддержите лайком и комментом, и напишите, нравятся ли вам такие тренировки, и мотивируют ли они вас. Pour eux des liasses propres, celle des fourgons de bord, celle du bise. Et si tu pèses, là c'est sur une plante. Fais-moi écoute, c'est le rap que je veux niquer. Je veux qu'on le sache bien dans ce putain de communiqué. Les gens t'as la traîne, allo allo on m'écoute. Allo allo, ils m'entendent pas, t'en bas, j'suis un pirou. Hey putain sous scénar, j'ai un gars à chaque pilier. J'ai une plante dans le vin et un but. Vin et un but.
Quite difficult, and this guy named Devin helped me to shoot it, so thank you for this guy. So now guys, we try to make some flips here and some acrobatics elements. Parkour enough. I'm in today. Yeah. I tell you, break it down, you're renowned. Haven't seen you in the town. Got another one at home, but with me you always down, yeah. You always down, yeah. Had to go away from home, show them what I really own. Put your messages on hold, I be in another zone. I be in a fucking zone 6. Got some homies tryna do me wrong. I don't really give a fuck about this shit. I be on my fucking own, I be on my own. They don't really get my fucking grind. Never seen what I've been on. Never there when I was slaving for the drugs that had me lost. It took all my fucking strength to put those feelings on a song, just to have them rip apart by all the people that I know. I don't really fuck with you. Had to calculate my methods, all I ever bring is truth. I ain't even 22, said it's time to push me through. Study flows and cross-examine opposition in the booth. I'm a hot box, just to let them know. Gas is coming out the metronome. Let my past and put it on a song. Rolling up so you know I'm gone. Look at my wrist, the clock is still ticking. Got time to still get it, I left a suspicion. Found love in a business and made it sit here. So you see my precision. Baby, like you got me. Okay guys, so now I will try to make as much backflips as I can. It will be so fucking hard. It looks easy, but it's pretty hard. Let's go. Professional challenge. I'd like to jump from here to here and stick on that tiny wall. So you can try. The height is about 5 meters after the wall, so it's pretty high. And I'm so tired. I'm wet like a wet pussy. So don't charge me. Let's try. Maybe not from first try, but maybe from second or third. Let's go. Yeah, boy! Not perfect, but I would like to do it again. Yeah. That's it. That's it. Look at it. Yeah.
Друзья, я очень устал, просто мега устал. Я не могу вам передать. Сейчас так классно на улице, моросит дождик, где-то 10 градусов. Еще небольшой ветерок. И чувствуешь себя по-настоящему спокойным. Потому что когда вы понимаете, солнце на улице, то невозможно. В общем-то, что я могу сказать? Я очень сильно травмирую палец, просто по глупости. Когда бежал, ты, знаете, палец как будто вот бежишь, спотыкаешь случайно, вот прямо на месте, и вот сильно его сжал. Надеюсь, там не перелом, как у моего друга Алекса, потому что я разминаюсь и стараюсь делать все с умом. Но, как видите, такое бывает. Я уже 5-й раз или 6-й в этом зале, и вот такая вот тема. Короче, очень устал, надеюсь, все в порядке. Сейчас поеду, наверное, домой. Буду монтировать вам этот влог. Надеюсь, он вам понравился. Друзья, вам просто не передать эти ощущения. Я не знаю, это было настолько круто. Эти 2 дня выдались просто нереально крутыми. В общем-то, сегодня воскресенье, уже 8 часов вечера. Я возвращаюсь к себе в резиденцию. Там, я надеюсь, успею на ужин, а завтра в 6 утра мне нужно вставать, чтобы идти на учебу. На самом деле это звучит очень плохо, потому что, ну, представьте, как я устал за эти выходные, завтра в 6 утра вставать и идти учиться. Но вот такая вот она, взрослая жизнь. Поэтому, друзья, желаю вам того же. Желаю вам, так сказать, не теряться, заниматься своим любимым делом и не тратить время попусту. Просто каждую минуту занимайтесь чем-то, совершенствуйтесь, развивайте себя, и только тогда вы преуспеете в своем любимом деле, либо в каком-то еще. В общем-то, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, я всех люблю. У нас, кстати, уже больше 300 тысяч подписчиков, поэтому это очень круто. Надеюсь, до Нового года добьем 500 000. Вот, что еще вам сказать? Будет очень много крутого контента, так что лайк, подписка и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Все, ребят, всем удачи и всем пока, увидимся. Butter pussy, if you got those shape, fuck boy, I'm hungry and you looking like steak. Trigger finger itching, you looking like fake. Trash, I'm passing, you looking like